тех, кто получил прививку Pfizer или Sinopharm в рамках марафона по вакцинации в медуниверситете имени Тестимицану 21-23 мая приглашают на инъекцию вторым компонентом. Получить вторую дозу можно будет там же в субботу с 8 утра до 9 вечера или в воскресенье с 8 утра до 6 вечера. При себе нужно иметь удостоверение личности и справку о первой прививке. В рамках первого в стране марафона, проведенного в медуниверситете, были вакцинированы более 4000 человек. Во время второго во Дворце Республики прививку получили еще больше людей – свыше 5500.